Сегодня погодка прямо весенняя. Солнышко такое. А с другой стороны, с юга вон какие тучи надвигаются. Прям дождливо-снежные. Вот он наш Карачунище, огромное горище, ощетинившееся меловыми оскалами. Ну, такая у нас улица с дыркой в земле. Что-то, видно, прорвало здесь. Погодка хорошая, весенняя. Прямо все такое журчит. Но журчат не только ручьи, снега-то у нас и не было. Журчат вот пробоины в водопроводе или в канализации. Канализации, наверное, здесь нет. Здесь яма, наверное, это водопровод. Ну, а так хорошо. Иду. Птички чирикают, собачки лают. Даже какие-то букашки повылазили на солнышко. Вот, еще бы цветочки зацвели, и было бы полное ощущение весны. Вот такая погодка у нас. Около часа иду в столовую. Посмотрим, что сегодня там. Расскажу потом. И даже, может, с тобой что-то возьму. Пока.